Канал мастерская сеньора Арсения. Как сделали крышу в немецком доме, как она была сделана раньше, какие здесь узлы. Это вот делаю вторую часть. Первая что-то сбросилась, сработал будильник довольно таки поздно. Вот показываю, как делаются все эти интересные узлы. Вот. До этого показал, как выходят зацепы на другую сторону дома. И вот хочу показать, как делались опоры раньше. Заинтересовало меня вот это место. Вот. Вот эти вот пряжки здесь находятся. Вот если видно, видно. Вот. Они выходят и проходят через скобу. Вот. Проходят через скобу. Я вижу, видно ли? Видно, видно. Сейчас сделаю резкость. О, вот, они между собой крепят два бруса на маурлате. Вот. Сверху на брусе лежит вот такая вот завязка. Угол фермы. Так, это лишнее архитектурное излишество. Вот. И дальше пошло крепление на вот таких вот откосах. Бревенчатых откосах. Вот, идем дальше. Вот она скоба, через которую вкладывается задвижка. И между собой крепятся кованными гвоздями. Вот, показываю. Ну, в принципе, крыша не хитрая. Внизу стоит опорная кладка. Из кирпича. И вот, в общем, вот такая вот конструкция. Значит, укосим, вот таких вот укосим, да? Вот таких укосим получается. Раз, два, три, четыре. Дом где-то может быть метров 10. Ну, может быть чуть-чуть больше. Больше 10. Вот такая вот интересная крыша. Сейчас залезу на другую крышу, посмотрим, что мы там сделали из реставрации.